Тише себя там, Ведик, во-вторых, нажимай Escape, и потом, на выйти из игры. Хватите уже, как Девен ползать Стубиона. В этом диваном открытом мире. Ой, блядь. Да ёбаный рот. Чтоб тебе таких же волос спрайтовых на башке твой тупорылый, как в этой игре трава. Ой, бля. Ведьмак плачет, рейтинги Ведьмака на нале после выхода смуты. Ты что, дурачок, не смотришь за рейтингом вообще? Да что за хуета, ебать? Я не понимаю, сука. Туда пошел, там нельзя, чтоб меня видели. Сюда пришел, я шо, я должен нахуй невидимым стать, сука. Base & Case — это единственный магазин, предлагающий приватные читы для мобильных игр. Да, вы не ослышались, мы предлагаем читы для мобильных устройств, включая Android и iOS, а также для эмуляторов. У нас большой выбор продуктов с различными функциями и особенностями. Рекомендуем вам лично ознакомиться с нашим ассортиментом, ведь там найдется много интересного. Для вашего удобства у нас также есть Telegram-бот. Понял, пешком лучше. Ведьмаки там вообще там вся игра забагованная, залаганная. Здесь хоть все по-нашему. Все красиво и правильно. Со смыслом. Ты пожилая кряквачка. Спасибо, Зая. Кто там ходит? А ну, покажись. Жмый Шенку. Раз-два, побежали. Стадионно ебани, и все получится. Закройся. О, неужели проход нашелся? А, показалось. Стена цвет травы. Хитро продумали. Ну посядешь ты, сука, пидорас старый. Выйди из этой залупы. Заткнись. Даже челы, у которых рекламу этой каловой массы покупали, забили на ней после одного оплаченного стрима. Только один самарчанин все дрочится. За языком следи. Не смей нахуй нашу отечественную что-то как-то плохо обзываться, называть и вообще в целом думать даже об этом. Что-то, что-то здесь не то, люди. Привет. Чего тебе? Ты кто таков? Жмышенко, знаешь? Письмо. Сам знаешь. Жмада. Спасибо. А теперь уйди по-тихому. Ты меня не знаешь, и я тебя не знаю. Ага. Так, следующее задание тоже доставить письмо, да? Сохраниться нет возможности. Студионное сохранение должно быть. Меня видно, нет? Кто идет? Не, не видно тебя. Понял. Мир-то открытый, но везде есть свои подводные камни. Допустим, люди из ниоткуда в открытом-то мире. Это не мудрено. Мир открытый не везде. Эта игра словно жизнь реальная. Можно идти прямо, можно идти прямо и спотыкаться. О, студеная голова. Кого этот черт несет? Я тебя где-то видел. Нет, ты меня нигде не видел. Письмо для тебя. Хорошо. Угу. Ты меня тоже не видел и не знаешь. Ты ебать. Еще куда-то надо? А, уже нет, тут надо вернуться куда-то надо. Тоже почти предфинальная миссия, я так понимаю.
О нет, неужели игра закончится? Точнее, к сожалению большому. Как же я буду тогда дальше без смуты? Пена, ну вторая часть не за горами. Да дай бог, бояре ждут с нетерпением продолжения остросюжетной линии. Ты что, дурак, заткнись, пожалуйста. 1615 год, ну, тогда люди еще прыгать не умели. И лошади не умели прыгать. Приветствую тебя, смутьянин. Как рад, что ты продолжаешь показывать нам этот шедевр гейминга. Будешь ли перепроходить после финала? Конечно. Раза два планируется перепроход. Наверное, два раза будет перепрохождение. Потом весь поток хочу посвятить именно смуте. От начала до конца. 24 часа стрима одной смуты. Студеная. Дед, согласись, надо законодательно обязать каждого гражданина РФ купить смуту. А конечно, при рождении ребенка к бирочке прикреплять флешку с игрой. Конечно, и в паспорте писать, там отдельную графу сделать. Прошел смуту. Дедушка, вот ты можешь пояснить, почему такую великую игру выпустили только на 2 капли? Надо было всему миру показать наше детище. Наш студену отечественную. Зачем? Чтобы все охуели от контента. Зачем кому-то показывать? Пусть весь мир сосет хуй. Потому что они недостойны. Дедушка, а ты будешь играть в такую великую если игру? Она выйдет? Это игра только для наших людей, для самых лучших. Все. Я буду ждать смуту 2. А третья когда? После второй. Молодец, ты проявил агрессию. Заткнись. Так, ну, как говорится, повоевали мы славненько. Ну, сейчас бы не мешало студённое выпить. Че ты нам тулишь? Иди к своим мужикам, которые тебе рекламу этой игры проплатили. Кого? Да-да, если бы, я бы ее полюбил бы вдвойне. Сейчас я студеная ебану покажу. Да ебать хотел студеную. О! Это что? Это заставка Windows XP. А, красиво. Во. И что? Ну? Опа. Студеная. И, как говорится, заиграла жизнь совсем другими красками. А почему лошадка то из воздуха появляется, а потом обратно в воздух забегает? Лошадка то воздуха волшебная получается. В смысле из воздуха? Она сзади, просто сзади, ну я ж не могу смотреть и вперед, и назад. Ну смотри, нажимаю просто, она сзади стоит постоянно, ждет. Она за мной ходит, просто она не видно ее. А когда я назад поворачиваю, она просто прячется. Ну, типа стесняется, чтобы в кадр не попадать. Она камер не любит. Студионная камера. Телево какой, и сабля у тебя есть. Это он, что ли? Ну, по воде так по воде. Студенный переход через воду. Раз лошадь не пойдет, я сам пойду. Ой, блядь. В смысле? Блядь, почему названия нет? А, вот. Студеная. И она только тебе это задание поручила? Она мне единственное доверяет. Сюда послала, чтобы я все разузнала. Но я, что я могу, Юра?
Я слабая женщина, к тому же другой крови. Каждый здесь может меня убить просто так, забавы ради. Если тебя хоть кто пальцем тронет. То что? Отомстишь? Кому твоя месть поможет? Не, ну тут все-таки пешком, да, решил идти? Конечно, лошадь беречь надо. Дед, я, конечно, все понимаю. Что? Но когда эта ебатория кончится, уже... Заткнись! Хватит мучать. Не говори такой пример! Кстати, скотина. Куда вопросы можно прислать? Не говори таких слов, пример, дрянь! Я сейчас буду банить всех, кто хоть что-то плохое на смуту скажет. Обзывая смуту, ты обзываешь всех. Дропай эту хуйту. Нет. Хуйта это ведьмак. Смысл задания в том, чтобы взять и принести письмо, потом вернуться обратно и снова принести его на свое место. Ахаха. Это игра лучшая. Заткнись. Мне по стелсу работаю сейчас. А ну, покажись. Стой! Кто идет? Да никого там нет. Студенный переход пошел. Обратно давай теперь. Хорошо. Сколько можно? На карачиках поползали, письмо отнесли. На лошадке поскакали, на карачиках поползали. Письмо отнесли. На лошадке поскакали, на карачиках поползали. Письмо отнесли. На лошадке поскакали, маме ку. Блять, не тянет. Ой, боже. Господи, да поехали, а! Ой, боже, блядь, иди нахуй, а! Я, блядь, так побегаю. Мир открыт, но не совсем. Но иногда можно зайти не в ту дверь, понимаешь? Понимаю. Иди нахуй. Опа, загвоздочка. Впредь делай все, как я скажу. Тогда моя госпожа тебя наградит. О, поможет. Госпожа, это твоя пизда, что ли, твоя госпожа? И ты? И ищи, ищи уже свое письмо скорее, мне же их обратно еще нести. Ну-ну, спешка помнишь, где хороша? Или ты с девицами всегда такой быстрый, а? Ой, я свое возьму, а ты как письма обратно отнесешь, вернись сюда. Это зачем? Ну что ты, право слово, как маленький. Опять вот вернешься и увидишь. А, мне опять обратно надо пи***чить скрытно. Да ёб твою мать! Где, сука, экшен? Где боевки? Сохранимся до река подальше. Потому что работает стелс. Это пи***ц, пацаны, нахуй. Оборотный Денис Калагривый, просим тебя, во имя славы и чести, прекратить брожение в мрачных пучинах смуты. Пусть свет Руси озарит твой путь, ибо славение твоих верных поклонников сопутствует. Не понял. Я по стелсу работаю, Радюмка. Все, теперь надо идти к своей заюхе. Да, батуашка, а их дома нету. Привет. Как нет дома?
Они спешно собрались и уехали. Эвана и вещи побросали. Разработчик подходящего момента куда? Добавить возможность прыгать. Сказали, но ты придешь и скажешь, будешь будет стоить передать по сотню тебе, долларов. Что ждут тебя у кабака, что за городом, через такие. Поля. Много поспешай, сил на реализацию говорили, было дело потрачено. К тебе срочное и важное. Прикинь, Арит будет ждать меня, блядь. А сама уже с Игорем общалась. Сколько? 800 метров, хуяры. Да иди ты, 800 метров, чело, хуяры. Да, ох, непростая эта девка. Никогда таких не видал. Лучший стелс в мире, отечественный. В принципе, можно выебать жену другого чела прямо при нем. А чел в худшем случае спросит, кто здесь. Фу, сука. Блядь, да зачем же вы сделали воду? По ней же нельзя бегать, ебаный в рот. Вы чё, на приколе, ну реально, ну блядь. Мама, ты видишь, что сделали, папа сделал? Это пиздец, посмотри на это. У тебя игра сломалась. А, о, кул. О боже, ты серьезно? Ну... Блять, сука. Блять, как грустно. Сценарий сука. Тупое говно. Да, реализация да, всего тупое. Шо? Говно, актеры говно, режиссура говно, диалоги говно. Интересно, зачем батя Фрамера высрал такую хуйню? Я, если что, проиграю. Одна просьба у меня к тебе будет. Последняя. Не для госпожи моей, а для меня самой. Чего? Я для тебя хоть в лепешку расшибусь. Я... Бежать мне надо, Юра. Чё? Как можно скорее. Мне верные люди прислали весточку. Нашли да меня враги моей убил, госпожи. У челов день на ночь меняется через все затемнение экрана. Чел бежал по карте. Экран потемнел, и типа ночь наступила. Ебать, ну такого я еще, простите, не видал. Тучи над вашим ополчением сгущаются. Послушай совета, держись от него подальше. Ты что такое говоришь? А, неважно, пустое. Это же, сука, в дурке надо играть. Помоги мне, Юра, до большой дороги добраться. Сидеть в дурке, поиграть. Враги с одним по пути поджидают. Рот закрой, Миша. Сможешь с ними справиться, Витязь? Не бросишь беззащитную пани в беде? За тебя хоть к черту в пекло! Так значит, пан рыцарь твердо решил защитить несчастную бедную пастушку от кровожадных разбойников, что покушаются на ее честь. Ну, Ирена, я же сказал, что сопровожу тебя, пока есть опасность. Трудно бедной девушке одной на дороге. Каждый норовит обидеть. Да видел я, что случается с теми, кто решится тебя обидеть. Ну как тебе игра? Вот тебе наслаждаешься, а я, кайфуешь. Знаешь, как испугалась да тогда? Сука! Или фу, сука! Дым, ах, эти диалоги! Ах, эти поскакушки! Не ах, мир не заслужил это божество на своих экранах!
А ждися за курей. Меня учили кружева вот, и думайте. И музицировать. Вы, и госпоже моей служила. Вышивалась, не да не умничай так, клоун. Да, играл я как-то в ведьмака. Прикинь, какие другое бы. Сделали, чтобы можно было плавать по воде и пройти где угодно. Вон, непонятно нихуя куда идти. То ли дело смута. Тупо нет желания лазить. Вопрос, он везде хочет идти, да, желания нет у чела. Ложитесь! Ложитесь, бежит, сука! Ай, блядь, сейчас будет, сейчас! А! Будь осторожнее, рыцарь. Пиздец, лох, я же не дала, сука. Рот закрой. О, вернуться в кабак, еще километр пройти надо. Ну говно, говно, говно! Нарисовать-то нарисовали, а дорогу не сделали. Понимаешь, о чем я? Да ёб твою мать! Не на стороне, а соси в своей стране! Нахуя вы сделали открытый мир, когда он, сука, весь закрытый? Ребята, домашнее задание слушаем. Сука. Дедушка, вот игра для настоящего контента, ты уже и так спуф. Так найди себе здесь свою альтушку. Так, вот, ты, кто такая тушка, объясни мне? Я, ну кто это? Да, блядь, ёб твою мать, тут всё открыто, пройди, родной! Твою мать, блядь! Нахуй было делать, когда здесь не сделано? Чел не может пройти, сука! Блядь, пи***цы! Как это можно было допустить? Быстро обновили, нахуй, патч 0.10.00.20.30, да, блядь! Сука. Чел ты долбанёк, ты что делаешь? Не ищи на стороне, а соси в своей стране. Да, блядь, ты либо идёшь, либо убери просто, как будто там чёрный экран. Чтоб не манила меня эта дорога, которой нет. Я же терплю, и ты потерпишь. Блядь, опять закрыли мир для меня, сука. Да ты чё, боже, прикалывайся, блядь! Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Ебать, да вы как это, блядь? Guys, homework, please pay attention. Determine. Здорово, старичок! Чё там, как дела? Батушка уже уехал к себе там, ну, замка. Да, батушка уехал сегодня. Сука, как это можно было сделать для людей? Вышел Дися на смутье, почесать свое мутье, вышел в мир, а он открыт, так и скуфнулся наш крыл. Хуй, да, это ебаная, а в чем прикол, он оружие не сделал? Да оружие достань. Оружие достань, олень! Что происходит? Блять, объясните ситуацию сейчас, которая происходит на экране. У человека оружие не досталось, он не может даже рукой ударить. Ёбаю мать. О, ты играл бы слона, по-моему. Боже, блять. Ты сломал игру насмерть. Что случилось? А что случилось, товарищи? Здравствуйте. Твою мать, что, серьезно, что ли? Еще это тут вдобавок. Скоро пофиксят, родной, через год. Мне же интересен сюжет, какие диалоги там дальше. Да никаких. Все, я игру сломал. То есть... Какая залупа, в смысле, просто хорошая понемножку. Хватит, наигрались, покайфовали. Сколько можно теперь играть? Сколько можно кайфовать?
Хорошая понемногу. Покайфовали же, хватит.